Всего за это время из нашего региона ряды российской армии должны пополнить свыше 800 ребят. Несколько лет подряд именно такое количество новобранцев уходит служить осенью, весной примерно на 500 человек больше. Новобранцы пополнят и одну из научных рот, которая несколько лет базируется в Тамбове. 7 призывников подали документы, 6 уже из них принято в научную роту. Для того, чтобы попасть в научную роту, естественно, здесь необходимо образование и морально-деловые качества данных призывников. Таким же образом будет осуществляться набор в научно-производственные роты. В этот раз, как и годом ранее, кампанию планируют провести с соблюдением всех санитарных норм, чтобы свести количество простудных заболеваний среди призывников к минимуму.